тему поиска финансирования и доступной помощи для предпринимателей в Ирландии я хочу начать с гранта, который называется Enterprise Support для малых предпринимателей и для начинающих предпринимателей. Собственно, Enterprise Support Grant – это абсолютно не новая схема, она работает уже достаточно много лет, и она была направлена как финансовая помощь или компенсационный грант для тех, кто получает социальные пособия, но желает открыть свой собственный бизнес или стать партнером в уже существующем бизнесе. Поэтому грантом могут воспользоваться те, кто принимает участие в двух схемах. Это Back to Work Enterprise Allowance и Short Term Enterprise Allowance. Я немножко расскажу о условиях участия в каждой схеме чуть позже, но обе они предполагают, что на текущий момент человек, который собирается заниматься бизнесом, он либо не работает, либо по какой-то причине прекратил работу и является получателем социального пособия. А вот для них размер компенсации расходов составляет до 2500 евро. А, собственно, сам по себе грант, он компенсационный, то есть вы должны обозначить размер расходов, которые вы планируете понести на запуск вашего бизнеса, и государство в лице социальной службы частично компенсирует вам эти расходы, обычно примерно в пропорции 80/20, то есть вы должны 20% расходов оплатить сами, 80% вам компенсирует государство. Однако в связи с пандемией COVID-19, которая была объявлена в Ирландии в марте, полномочия вот этого гранта расширены, и его могут также получить предприниматели, которые работали до объявления локдауна или карантина, но закрыли свой бизнес и теперь хотят снова вернуться к предпринимательской деятельности. Они могут претендовать на размер компенсации до 1000 евро. Но, значит, условием является то, что они получают пандемический платеж, Pandemic Unemployment Payment, и планируют его закрыть или уже закрыли после 25 июня. Немножко о схеме «Назад на работу в качестве предпринимателя» – Back to Work Enterprise Allowance. Вообще в Ирландии все пособия, они почему-то называются не именно пособиями, а либо освобождениями, либо компенсациями. Предполагается, что люди все время ищут работу. Back to Work Enterprise Allowance, она предназначена для тех, кто решил заняться предпринимательством или стать партнером, но при этом получал вариант пособия по безработице, либо Job Seeker Benefit, либо Job Seeker Allowance в течение последних 9 месяцев или в течение 12 месяцев из последних 2 лет и стоял на учете по безработице, а также на него могут претендовать любые получатели комбинации других пособий, например, пособие по инвалидности или пособие для учащихся и так далее, которые выплачивались последние 9 месяцев. Однако перед тем, как, скажем так, принять такое решение, вопрос об участии в схеме «Назад на предпринимательскую деятельность», Back to Work Enterprise Allowance, должен быть согласован с человеком в социальной службе в вашем районе. Это офисы центра Энтера. Для этого необходимо будет заполнить соответствующие документы.
Однако для тех, кто не получал пособие столь долгое время, есть возможность принять участие в упрощенной программе. Она называется Short Term Enterprise Allowance, то есть для тех, которые недавно потеряли работу, но собираются заниматься предпринимательством. Также, если вы на период безработицы учились где-то или принимали участие в общественных программах занятости, например, ТАИС или других, это также зачитывается в общий период, когда вы искали работу. Удобство Back to Work Enterprise Allowance заключается в следующем, что в случае, если ваш бизнес не удался, и вы снова вернулись на пособие по безработице, через 5 лет вы можете вновь воспользоваться программой. Кстати, Back to Work Enterprise Allowance предполагает, что в течение какого-то времени вы будете продолжать получать это пособие по безработице, и выход на работу, начало занятий предпринимательской деятельностью не повлияет на семейный бюджет, что, в общем, делает программу весьма привлекательной. Надо сказать, что вот этот грант предполагает компенсацию для участников этих схем, для участников схем, которые переходят из состава безработных в состав предпринимателей, только в размере 2500 евро, и те, кто хотят получить деньги на запуск своего собственного бизнеса, должны каким-то образом доказать, что они из собственных расходов компенсируют 20% от того бюджета, который они планируют потратить. При этом есть определенные нормативы, которые видно на экране, в которые необходимо уложиться для того, чтобы заявка на грант была успешной. Так, например, на бухгалтерские расходы необходимо до 500 евро потратить, все возможное оборудование, необходимое для работы, до 1000 евро. Это имеется в виду, допустим, если вы строитель, вам нужно купить какие-то электрические приборы или специальные приборы, которые необходимы вам для работы. На инструменты и расходные материалы, там, опять же, наиболее часто встречающиеся, там, либо строитель, либо ремонт транспортных средств и так далее, это, значит, какие-то молотки, инструменты и так далее, на что можно потратить еще 1000 евро. Компенсируются расходы за страховку, потому что в любом случае, если вы начинаете бизнес, вы должны быть застрахованы. Компенсируются расходы на создание веб-сайта, маркетинга и даже на рабочую одежду и, допустим, средства безопасности. Получить деньги можно в виде нескольких траншей, то есть вы выставляете инвойс вашему социальному офису, и они в течение 24 месяцев постепенно компенсируют расходы, которые вы понесете. А для того, чтобы заявка была успешной, вот здесь есть ссылочка, по ней можно перейти. И, значит, собственно говоря, сама заявка, она не очень большая, состоит из 8 листов. Вы должны в ней указать свои данные, включая PPS-номер, дать информацию о сути вашего бизнеса, о том, как будет организован вот этот самый бизнес, какие будут привлечены ваши личные и семейные, в том числе, ресурсы, потому что, допустим, супруга ваша
или партнер могут участвовать в бизнесе, представлены определенные перспективы бизнеса, да, через какое-то время, через 1 год, через 5 лет, указана стратегия внутренней организации и форма регистрации бизнеса. Но чаще всего люди регистрируют бизнес-имя и становятся самозанятыми или индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица. Также ваши инфоданные при регистрации в налоговой службе, например, НДС или Value Added Tax, или регистрация на Income Tax, которая обычно совпадает с вашим PPS-номером. А также указывается, если, допустим, вы что-то производите, то наименование и цены на вашу продукцию, если это предполагается, что будет оказаны какие-то услуги сервиса, то тоже список сервисных услуг и примерные ваши расценки на предоставление этих услуг. Надо учитывать, что, конечно, это должны быть конкурентные цены, и, возможно, потребуется, даже обязательно в порядке потребуется информация о том, какие услуги и какие цены существуют у ваших конкурентов, потому что понятно, что это для начала не очень большой бизнес, и вы должны будете описать и зону предоставления ваших услуг, и способы, каким образом вы планируете рекламировать свои услуги. Ну, естественно, как бы маркетинговый план должен состоять, но не быть таким, конечно, расширенным, как для настоящего большого бизнеса, но показывать ваши возможности и способности, и понимание того, что вы будете делать и как будет развиваться ваш бизнес. А кроме этого, должен быть предоставлена сводная табличка начальных расходов и возможные источники финансирования вашего бизнеса, просто для того, чтобы подтвердить его состоятельность. Как я уже говорил, размер гранта компенсирует только 80% доходов. Соответственно, вы должны понимать, что расходы начального периода должны полностью, в конце концов, вернуться в виде продаж. И предоставить какие-то проектные данные финансовых результатов на ближайший период, через год, через 5 лет. И, естественно, дать информацию о том, какие расходы из средств собственных и средств гранта вы планируете понести для того, чтобы запустить вот этот ваш бизнес, и он был достаточно успешным. На самом деле, вот эта 8-страничная форма, она, в общем, представляет из себя практически полноценный бизнес-план, немножко упрощенный, который необходим для того, чтобы дать себе и возможным инвесторам понимание перспективности и эффективности вашего будущего бизнеса. Теперь о предпринимателях, чей бизнес закрылся, но они планируют или уже вернулись к работе по мере открытия страны. Были внесены новые изменения. Они были предложены еще в июне, когда вопросом предпринимательства и социальной помощи занималась Регина Доерти. Она предложила использовать Enterprise Support Grant в размере 1000 евро вот для тех предпринимателей, чей бизнес пострадал во время пандемии. Но существует определенная квалификация для того, чтобы
претендовать на получение этой помощи. Во-первых, предприниматель, естественно, должен быть налогоплательщиком. И более того, он должен показать, что он делал взносы на социальный сбор PRSI. То есть, соответственно, взносы PRSI должны были быть отмечены в отчете за 2019 год, который включает в себя финансовую часть 2018 года. Если этого не было, то возможность получения гранта под вопросом. Далее, эти предприниматели не получили возможности воспользоваться грантом на перезапуск. Это компенсационный грант, о котором мы рассказывали на сайте RussianIsland.com, который получают те, кто платил городские сборы или rates, а также другие аналогичные формы поддержки, потому что были варианты у Enterprise Island и были варианты у банков, в том числе и коммерческих организаций, о получении различной формы компенсационной пандемической поддержки. Предприниматель должен быть получателем COVID-19 Unemployment Payment и закрыть его, либо, так сказать, сообщить о том, что он прекращает его получать после 25 июня. Бизнес должен, естественно, возобновиться после пандемии. Этот предприниматель не имеет права работать более чем с 10 наемными работниками. Годовой оборот за предыдущий год должен составлять менее 1 миллиона. И предприниматель должен иметь регистрацию на налог на добавленную стоимость ВАТ, поскольку инвойсы, счета, которые он будет выставлять социальной службе за компенсационные расходы, должны содержать этот налог. Enterprise Support Grant будет компенсировать, опять же, 80% расходов, то есть 20% расходов должен понести сам предприниматель. И здесь точно оговаривается, какие расходы имеют право могут быть компенсированы. Это, во-первых, всевозможные меры санитарной безопасности, это и средства индивидуальной защиты, и какая-то информационная материал информационный и материалы санитарной безопасности для посетителей и клиентов. Это расходы, связанные с консультациями, рекомендациями, бизнес-планированием в свете и новых санитарных требований, в свете и возвращения к бизнесу. Это какие-то вопросы, связанные с ремонтом как оборудования, так и помещений, хотя вот с помещениями тут вопрос такой, это либо субаренда, либо, ну, скажем так, были помещения, использовались домашние, за которые не платился городской сбор, потому что если вы получили компенсацию на Restart Grant за городской сбор, вы уже не имеете права на получение Grant Enterprise Support. Это транспортные и топливные расходы, в том числе и расходы на заработную плату. Не допускаются обычные бизнес-расходы, допустим, на покупку материалов или товара для работы. И все расходы должны быть подтверждены счетами. И более того, при подаче заявки вы должны как минимум у двух поставщиков услуг взять предложение о возможных предоставлении услуг или товара. Ссылочка на информацию о гранте здесь на страничке. К сожалению, на текущий момент порядок предоставление Enterprise Support Grant для пострадавших от пандемии не установлен, но, скорее всего, поскольку это не новый грант, он будет таким же практически, как для участников схем Back to Work Enterprise Allowance.
через свой сайт Entreo, это служба занятости ирландская, по установленной форме BTW2. Вот эта форма BTW2, ссылочка есть на презентации, но я советую перед тем, как заполнять ее или скачивать, пойти в Entreo и договориться с менеджером, так сказать, с тем, кто работает с вашим кейсом в службе занятости, о том, насколько вы вообще, так сказать, можете рассчитывать на соответствующее участие в программе. Более подробная информация, можете тоже зайти здесь ниже по ссылочке. Ну и немножко, в чем я могу помочь при работе вот с этим грантом Enterprise Support. Во-первых, несмотря на то, что предлагается заполнить упрощенную 8-страничную форму, тем не менее, это практически полноценный бизнес-план. И, соответственно, и содержательную, и финансовую часть нужно будет составлять как у полноценного бизнес-плана. К тому же это полезно будет для вас. Во-первых, это возможность определить конкретные направления деятельности, стратегию. И в свете постпандемических событий, и в свете вообще местного рынка. Это возможность создать правильную маркетинговую стратегию, оценить предложения конкурентов и определить, в общем, основные тренды дальнейшего развития. Это возможность оценить свое финансовое положение с учетом получаемой помощи и перспективы с точки зрения финансовых результатов в будущем, потому что действительно желательно показать грантодателю о том, что бизнес не закроется после того, как будет израсходована полученная помощь, а она поможет в дальнейшем для того, чтобы бизнес успешно функционировал, и вы могли сами себя, по крайней мере, обеспечивать. Финальный комплект, кроме форм заполненных, пойдет содержательный финансовый отчет. Базовая стоимость услуг по составлению бизнес-плана составляет 400 евро, но это предполагает, что вы предоставляете мне всю необходимую информацию о ваших расходах и возможных доходах. То есть это от материалов и инструментов, которые вы будете использовать в вашей деятельности, включая такие детали, как там их потребляемая мощность для оценки расхода электроэнергии или, допустим, какие-то транспортные расходы и так далее, и кончая информацией о ценах на услуги и товары, которые предлагают ваши конкуренты в данном районе. Заказать бизнес-план можно по телефону, а лучше по e-mail. А самое простое — это на сайте russianisland.com. Нужно заполнить форму и, выбрав кнопочку бизнес-консультации, вот такую, так сказать, заказать соответствующую консультацию по работе с бизнес-планом и подготовке документов на Enterprise Support Grant. Спасибо за внимание. Меня зовут Сергей Тарутин. Обращайтесь.